Добрый вечер всем, добрые зрители, доброго канала. С вами Наталья, волонтер бездомных животных, твори добро. В сегодняшнем выпуске я расскажу о всем полюбившемся коте Тишке. Тишке сделали операцию по удалению зубов, санации ротовой полости. Операция длилась 2 часа, сложность была очень большая. Доктор сказал, что это человеческих рук дело. Спасибо хочу сказать хирургу, которая была в отпуске, но из-за нашего Тишки вышла и провела ему пластику нижней челюсти. Операция составляет 7200. Каждый день я оплачиваю стационар Тишки. Это 4950, 5000. Вчера я оплатила 4200. Финансы заканчиваются. Тишка лежит у нас пока на стационаре, так как забирать Тишу некуда, абсолютно некуда. У меня в квартире 13 собак, я не могу привести к собакам кота. И вчера Тише сняли зонт, теперь он кушает жидкость самостоятельно, у него немножко завышены лейкоциты, он колет антибиотики, чтобы снять воспалительный процесс, потому что даже врач-стоматолог сказал, что очень удивительно, что кот выжил с такой травмой. Они сами не могли определить по состоянию зубов, по состоянию его челюсти, сколько ему лет. Только благодаря рентген-снимку Тише поставили возраст около 5 лет. Уважаемые мои друзья, подписчики, моя большая дружная семья, я обращаюсь к вам. Финансов на оплату дальнейшее содержание Тишки, к сожалению, у нас нету, потому что вы понимаете, что у меня сейчас якутские собаки. Собаки все лечатся, истощены. Одна собачка Эрни с сильнейшим истощением у меня дома. Умка, Нотка также находится у меня дома. Щенки, которым уже 2 месяца, которых мы выходили новорожденных. И то есть у меня дома сейчас просто негде соломки упасть. Очень достаточно много уходит финансов на лечение. В приюте большое пополнение. Питание ежедневно у нас уходит 3500. Питание у нас, вы знаете, натуральное. Я не справлюсь без вашей помощи. Я очень прошу вас каждого помочь нам оплатить дальнейшее содержание Тишки в стационаре. И очень прошу вас. Приют растет, и это питание, это корм, и, к сожалению, питание осталось только на завтра. И дальше, как нам справляться, я не понимаю. Я прошу каждого откликнуться и помочь нам. Мне просто реально тяжело, я просто уже не справляюсь. Я не могу бросить Тишку, я не могу забрать его со стационара, потому что его пока забирать некуда. Уважаемые мои дорогие, любимые, моя большая дружная семья, каждые ваши 50-100 рублей пойдут на оплату лечения Тиши, на питание собакам и на лечение последних якутят. Я очень вас люблю, ценю. Мне очень дороги каждые ваши пожелания, теплые слова, которые греют мне душу. Очень вас прошу, не забывайте о нас, помогайте. С большим уважением и с большой любовью ко всем вам. Канал «Твори добро», волонтер бездомных животных Наталья.